Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, начиная с 1926 года, правительство СССР изменило параметры разменной медной монеты. Теперь 3 копейки стали производиться из алюминиевой бронзы вместо меди. Уменьшился их диаметр, а вес монеты стал ровно 3 грамма. Отчеканили обновленных монет около 18 миллионов экземпляров. Поэтому коллекционная стоимость 3 копеек 1926 года выпуска в наше время невелика и составляет около 1 доллара. Но некоторые варианты этой монеты стоят намного дороже. Те, у которых для чеканки лицевой стороны, правильно называемой аверс, использован штемпель для 20-копеечной монеты образца 1924 года. Такие ошибки, перепутки очень редко, но иногда случаются на монетном дворе. Так как сами монеты и, соответственно, штемпеля для их чеканки имеют близкие размеры и очень похожи по оформлению. Такую перепутку легко отличить по вытянутым буквам надписи «СССР». На трех копейках эти буквы имеют хорошо выраженную округлую форму. Стоимость этого уникального варианта составляет примерно 900 долларов США. Еще более редко встречается экземпляр номиналом 3 копейки с датой 1926 и аверсом от 3 копеек образца 1935. Узнать их можно по отсутствию лозунга об объединении пролетариата вокруг герба. Друзья, причину их появления, конечно, объяснить трудно, и я не буду судить об этом. Но уж очень невероятно, что в 1935 году, когда только начали использовать такой аверс, крупные буквы СССР под гербом, в монетную чеканку мог попасть штемпель с датой 1926 год. В нумизматических каталогах данный раритет внесен и его оценка. Она, как правило, достигает до 2000 долларов США, хотя в реальности цена продажи может быть и в разы больше. Также 3 копейки 1927 года. Они отличались массовостью производства и встречаются в очень большом количестве. Но и в этом году встречаются свои раритеты. Эта монета-перепутка с аверсом от 20 копеек 1924 года. Отличить ее так же, как и в 26-м, можно по вытянутым овальным буквам СССР. Стоимость данной перепутки 1927 года составляет приблизительно 1000 долларов США. Дорогие зрители, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодилась эта информация, я прошу поддержать это видео лайком, подпиской, поделиться со своими друзьями или же в одной из соцсетей. Это очень поможет продвижению этого обзора и развитию моего канала, что будет тоже очень влиять на создание новых материалов. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.